Ну что же, первый соревновательный старт и для нового танцевального дуэта Софьи Тютюниной и Андрея Багина, которые тренируются под руководством вот этого замечательного тренерского коллектива. Сергей Петухов, Александр Жулин и Петр Дурнев возле бортика, а Соня с Андреем уже на льду. Ну что ж, очень хорошее выступление. И вот мы говорили о том, что пара образовалась буквально в этом сезоне. И хочется сказать, что здесь тоже дуэт абсолютно сложился. И хочется пожелать Андрею Багину вместе с Софьей Тютюниной такого хорошего, мощного прогресса в их выступлениях. Нельзя не заметить, что это пара от школы Александра Жулина. Особенно в первой части. Это был такой кантиленный, как любит говорить Татьяна Анатольевна, такой немножко томный танец. Очень выдержанный. Вот мы видим Сашу Жулина, и хочется его поздравить. Хорошая работа, да, мало времени. Конечно, мало времени для того, чтобы вот прям все блестело, но с каждым стартом ребята уверен и набирают, и будут набирать обороты. Пара получилась очень красивая. И коллектив, который работает, Саша и Петр Дурнев, и вот Сергей Петухов только что был на ваших экранах, тоже хореограф, и ребята все вместе уже очень долгие годы образовали такой очень сильный тренерский тандем, который нас продолжает радовать. Мы видим практически безупречное исполнение комбинации твизлов. И, в общем, да, была одна пара.
в которой выступала Анабель Морозов и Андрей Багин. Сейчас образовалось две пары очень сильные. Я говорил, что и Анабель Морозов хорошо очень смотрится со своим новым партнером. Но здесь также можно сказать, что и Андрей Багин также прекрасно выглядит Софьей Тетюниной. В общем, следим теперь за двумя сильными российскими дуэтами. Я думаю, что у всех есть шанс попасть в финал и побороться уже в финале нашей российской чемпионской серии. И борьба это будет очень интересно. Я вот не знаю, честно, для меня и тот, и первое выступление, и второе выступление, ну, примерно одинаковые. Мы сейчас говорим про Хавронину Черезану, да, про сегодняшний этап. Да, у кого-то чуть лучше одно, у кого-то чуть лучше другое. Посмотрим. Там я видел, на пересмотр были, да, у Софьи, Андрюши какие-то оценки. Не знаю, сейчас вот при мне, по мне, мне кажется, если даже и будет расхождение в ту или иную сторону, то не больше там балла полтора. Но, опять же, это мое мнение. У каждой пары есть свои плюсы. Более чистое, более солидное, более взрослое катание у Софьи Тетюниной и Андрея Багина. И такое эмоциональное, яркое выступление Ирины Хавронина и Дарьи Черезановой. Ну, действительно, разница, смотрите, ну, крохотная, меньше полубалла разделяет. Ну, вот, видите, я попал. Два танцевальных дуэта.